Всем привет, с вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Сегодня я нахожусь в цирке. В цирке уже не был лет 100, наверное. А если так подумать, лет 15 точно уже в этот цирк не ходил. Сейчас антракт, перекур, перерыв. Сейчас будет вторая завершающая часть представлений. Снимать в цирке сказали, что запрещено, так что я ничего особо-то не снимаю. Вот моя куртяшечка. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интереснее.